Что же произошло? Какая сила превратила эти замки в засыпанные песком руины? Почему известные нам на сегодня экспедиции в Египет 18-19 века из Англии, Франции, Италии, Швейцарии как наперегонки собирали исторические данные, выполняя зарисовки руин, делая первые фотографии замков, дворцов, городов, совершали поездки по заданию королей, кардиналов и епископов, наконец, по личному указанию Папы Римского? Какая цель была этих экспедиционных отчетов, дошедших до нас из прошлых веков? Почему такой повышенный интерес элиты власть имущих? К сожалению, на эти простые вопросы мы не получим ответа. Мы можем только видеть малую часть отчетов, которая дошла до наших дней, сделанная участниками этих экспедиций. We'll be right back.
Thank you.